сегодня? Привет, всем привет. Вот мы из теплого солнечного Таиланда посылаем всем приветы. Так, ну чего? Ждем нашего провожатого. Поедем сейчас на какой-то здесь крупный рынок. Будем закупать какого-нибудь крокодила. И побежим готовить кулинарные заметки. Есть у нас там славная кухонька, славный есть интернет. Так что все, что нужно для блогера и для кулинарных заметок. Так, всем привет, привет, привет. Тумьян кушали только что. Тайцы рады? Тайцы рады безумно. Да, они офигели от Сашки. Божество приехало. Крокодил пахнет болотом, надо правильно его умачивать, не будет пахнуть. Сейчас мы все покажем, все расскажем. Еще в мечтах мне приготовить крокодиловый суп. Никогда сам не ел, никогда не готовил, но фантазия есть, как это делать. Так что вот. Так. Свои каникулы устроили? Ну, мы устроили себе отпуск. Раз. Каникулы будут или нет, не знаю, потому что будем ли снимать для Ютуба, еще непонятно. А вот Инстаграм, как всегда, будет у нас насыщен. Будем стараться снимать все красивое, позитивное и тому подобное. Вот. А вы... Где мы? Слушайте, мы сами не знаем, где мы. Ката. Мы в Кате, да. Ката, хаус, что-то там. Country house мы, вот. А, точно, вот. Да. Так, когда обратно? Обратно 8 числа. 8-го. В следующем году, да. Сибирь с нами. Привет, север, у нас минус 33, а у нас плюс 31. Так что 64 градуса разница. Через сколько мы натренировались после перелома мизинца на руке? Ноги-то можно уже начать тренить где-то недельки через 2.5. Собственно, главное, чтобы косточки успели срастись, это напряжение общего не разошлись, и не пошла там сильная такая гипертрофия. Так, там отмечают Новый год? Конечно, отмечают всегда и везде. Приветик из Крыма, Крыму тоже, с Казахстана. Собственно, нам все присылают большие приветы и Лёва. Почти много сердечек, что-то они, правда, замедлились. Да? Так, да. Надо лицо мне свой кадр положить и будет. Лицо не надо, можно просто сиськи. А. Хотя нет, одни сиськи тебя уже забанили. А, да, точно, закрыли наш перископ. Да. Так, Екатеринбург, Челябинск, всем спасибо. Так, Сочи, привет, уже сгорели? Не, мы приехали. Мы только приехали, только поели, поспали. Поспали 2 часа, проснулись, сейчас опять поели. План хороший, поспать, потом поесть. Поели, можно и поспать. А, привет, хочу прийти к вам на тренировки, пишите в директ, мы его проверяем и утром, и вечером. Завтра я определюсь с залом, в котором мы будем здесь тренироваться. Мы сейчас поймем, да, что вообще как здесь. Как далеко он находится и, соответственно... Сразу скажем, где мы, что где мы, что когда будем тренироваться. Да. У меня вообще 3 тренировки в день. А у меня 2. Чем будем сегодня заниматься? Едем на рынок покупать продукты для того, чтобы делать кулинарные заметки. Так, привет из Сувона, это Корея, Мася. О, клево, привет. После операции на пупочной грыжи, когда можно тренить, Саш? Зависит, была ли поставлена там сетка, какой был объем операции. Лечащий врач всегда немного придерживает сроки, но и правильно, потому что не все умеют распределять нагрузку. На самом деле можно делать уже недельки тоже через 3, а порой приходится ждать и до 6-7 недель. Так, с Кавказа нам большое салам, спасибо. Привет. Не хотим ли мы тут остаться? Нет, нам Доминикана милее. Так, ноги можно после перелома тренить? Можно, смотря через сколько. Вы на острове или в Паттайе, мы на Пхукете. Вы девушка? Нет. С дядей Сережей будете встречаться? Но это зависит от планов дяди Сережи. Так, спортивные ребята, шпаки, молодцы, спасибо. Привези оттуда анаболику. Зачем? Вам что, в России их не хватает, что ли? Как ваше самочувствие и как у Альберта? Альберт еще спит, и я тоже. Так, тебя что, выпустили? Слова что нету, есть чего. Так. Сейчас мы вот этого оба вот так вот забаним. Черный список. О. Да, вы супер. Тайских каникул в этом году не будет? Нет, это не мой проект. Был бы мой, были бы. А так, так вот так вот. Вы трансвестит? Нет. Если Маська не трансвестит, то я не трансвестит. Я трансвестит. Че, проблемы? Да. Петербург грустит без вас. Спасибо. А мы... Не, на самом деле в Петербурге, если не друзья, то... Виды хорошие у нас в Петербурге. А о, Чикаго, прикинь. Привет, да. Привет. Да, всем привет. Мы теперь... А мы смотри, что с тобой стайл, шпак стайл, розовые. У меня не розовый, у меня оранжевый. Димин Тай. У меня ката. Так, Саша, кратко напиши 4-дневный спуск для натуралов на сушку, пожалуйста. Это лучше в директ писать по возможности. Так, это был ты, Лентитель, или 10 назад вроде посадили. Не, меня никто не сажал. Саша, что вдруг банить-то начал? Игнор просто их. А не знаю, палец потянулся. Чем занимаетесь в жизни, чем мы занимаемся? Мы кайфуем. Так,
Иди убейся об стеночку, это сейчас мы забаним. Опа, вот так. О, вот. Мы научились. Послушайте, люди, плохие люди, ну что вы пишете? Как таких не сажают? Сейчас, подожди, так, опа. Черный опа. Список. Мы сейчас научимся. Да. Опа, не, мне смотри, мне нравится. Это удар, ага. О, класс. Так. Какой помадой красишь губы? Никакой. Никакой. Вы мужчина, да? Тебе вопросы, видимо. Да. Да. Иришка и Саша, привет какие-то. Спасибо. Работать надо. Мы уже наработали, теперь мы отдыхаем. Мы работали целый год, трудились. Я вообще вон трудилась, не покладая рук и ног. Так когда мы последний раз были в отпуске? А в августе мы в Доминикане были. В августе? Мы были только в августе. Представляете, мы целых сколько работали? 3,5 месяца. Много. 100 дней. 100 дней это очень много. Так. Почему именно Таиланд? Потому что Доминикана была в 3 раза дороже, поэтому мы решили, что нет смысла тратить те же самые деньги за то же примерно на самое место. Мы в наш любимый Доминикану поедем в мае. Да. А, я еще сразу хочу, пожалуйста, простите, сейчас мы не сможем так много отвечать на комментарии. Мы будем немножечко отдыхать и по возможности отвечать, так что не обижайтесь на нас. Все? Да, я все, я закончила. А я что, еще не пьешь свой манго и сок? Не хочу, я отпила. А, напилась, ну правильно? 6 соков выпить, конечно. Смотрите, какой позитивненький сок. Привет, Шпак. Так, привет из Барселоны, вы суперские, спасибо. Огромное до Барселоны, мы, кстати, тоже доберемся. В следующем году надо нам поездить по Европе. Вы были на программе, пусть говорят, были. Кем работаем? Уже не знаю, кем работаем, но, собственно, масса директора, я пока все еще тренирую подопечных, хотя больше мы занимаемся несколько медийной деятельностью. Так, самая классная пара, прекрасного отдыха, спасибо вам огромное. Так, Шпак Накову, а вас в бан. Ах, нет, не того, блин, попал, ладно. О, вот этого попал, нормально, смотри, прикольненько. Так, удачного отдыха. На Новый год в Доминикане? Нет, на Новый год мы в Таиланде. В Доминикану мы не поехали. Привет, Тель-Авива. О, сегодня у нас такой интернациональный, смотри-ка, обзор. Чикаго, Корея. Классно? Так, шпаки вы крутые, а херни пишут ущербные люди. Да, тем не менее, мы начинаем их аккуратненько банить. Очень люблю красную икру, не могу найти, посоветую все. Вы бы в Питере, вам бы посоветовал. Там у нас целая когорта людей, занимающихся сахалинской и камчатской икрой, привозят ее с самолетами, то есть она вообще свежайшая-свежайшая. Почему такая прическа? Прически нет никакой. Мы приехали, помылись, сделали хвостик и, соответственно, вот так. А волосы у меня вьются, поэтому, когда жарко, я так, а здесь стрявый. Вообще при такой влажности я сейчас тоже буду как Леонтьев. Леонтьев? Леонтьев такой, знаешь. О, а Леонтьев что, такой сейчас? Да я откуда я знаю. Так, привет из Кургана. Из Баку. Спасибо. Так. Опа. Да что ж такое? Все время мажу, Мася. Не получается как-то никак. Саша, зачем ты глаза красишь? Привет из Дагестана. Так, ой, Миша, как Лео, днем рождения поздравить. Да, надо записать сейчас срочно ролик и послать ему. Спасибо, дорогие, что мы его сделали. Вот видите, как вот получается. Мы вам, а вы нам. Спасибо, сейчас поздравим. Сегодня с утра увидели в Фейсбуке, что у Мишки день рождения, а поздравить не поздравили. Ай-яй-яй. Так. Привет, Дэн, норм, чувак. Чернобылец. Чернобыльцы нам пишут. Когда еще серии с Хохлеевым будут? Не знаю. У Мишки своя работа в Москве, у нас своя работа в Санкт-Петербурге. Вы же снимаете ролики с едой? Да. И как раз ждем нашего провожатого, чтобы доехать до рынка, а потом заняться съемкой ролика. А наша кулинарная зима. Ну, мы съемку ролика сделаем простой, купим арбуз, порежем его, ты скажешь. Вкусно. Нет, нормально говори. Ну, я не могу, у меня же в роте нет ничего, как я могу его сказать? Я же говорю только все, что чувствую. Вот так вот. Привет, Сергей, спасибо. Ждете ролик с едой. Я тоже жду, хотя мы сейчас наелись, но обязательно придумаем что-нибудь. Трансляция по рынку? Посмотрим. Может быть, и сделаем трансляцию по рынку, хотя с большей вероятностью у нас все идет в Инстаграм. Там же Wi-Fi нет, поэтому мы да, кстати, заснимем. Точно. Где остановились? Остановились мы в Кате. Привет, ребятки, вы супер. Так, что у нас тут? Мне тоже нравятся ваши ролики. Спасибо. А нам нравится их готовить, тем более Мася, когда вкусно. Но она ведь какашка порой говорит невкусно. По-моему, Леня приехал, Мася. Где?
Ну, если я тебе говорю, что люди приехали, значит там. Да, тогда да. Заканчивай, пойдем. Без Бишкека. Мы же подписано у нас в инсте, да? Спасибо. У Иры есть тату? Нет, у Ирки нет тату. Мастеровку делала? Нет, не делала. Леня, ага. Алло. Все, мальчики, девочки. Я приехал, да, мы поехали на рынок, а потом будем снимать кулинарные заметки и радовать вас. Всем интересно. Так что смотрите нас в Инстаграм, подписывайтесь. Да, всем. Давай еще раз скажи всем. Ага. Давай. Молодец. Все, побежали. Все, пока.